Глава Северского района Адам Джарим провел личный прием граждан в селе Львовском. Вопросы касались в основном благоустройства, электроснабжения и освещения улиц поселения. К районному руководителю обратились и с личной просьбой – решить конфликт между соседями, возникший из-за теплиц. Адам Джарим выслушал все проблемы и пообещал совместно с заместителями принять необходимые меры по их решению. Личные приемы граждан проходят регулярно во всех поселениях Северского района.